Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Рик и Морти. И мы здесь, получается, предыстория была такая, что типа к нам пришли из другого мира, как бы другие Морти, хотели нашего Морти забрать. Но мы пришли к ним в мир и забираем ихних Морти. Эй, ты тоже собираешь Морти? У меня только появился один. Все помешалось на охоте за Морти. Теперь тебе встретится много тренеров, которые ищут соперников для Морти. Месс, бросает тебе вызов. Так. Теперь Морти против Морти. Мы типа... Что будем делать? Усатый Морти относится к типу ножницы. Тебе повезло, что недавно захваченный неряхом Морти относится к типу камень. Камень-ножницы, да? Камень-ножницы-бумага. Воспользуйся этим и выведи его замену. Так, замена. Вот видите, камень. Экзотически это значит, получается, я так понял... универсальный, я не знаю. То есть он везде одинаковый урон на него и так далее. Так, все, замена. Да? Мы заменили вот, на камень. Камень-ножницы. Камень побеждает ножницы. Это уже проще, кстати, даже. Безнадежно. Что будем делать? Атака. Атака неряхи Морти наносит урон типа камень. Она убьет человека типа ножницы. Потрясающе. Давайте. Ухмылка. Усатый Морти. Твой неряха Морти тебя там перебивает хлопок. Хлопком один. Потрясающе. Правильно, Усатый Морти использует ухмылка. Опять ухмылка. Чего уж ухмылка? Его так падает. А, моя так падает. Одну атаку. Хлоп, тоби пизда. Используй. Потрясающе. Что мы можем сделать? Мы же убили их. Так, ну все. Прямо молча получает 7 очков опыта. Мы опыта получили. Ты побеждаешь тренера Месси. Ты получаешь еще шмекли. И получаешь сыворотку. Продолжи. Ах, ты молодец. Хорошо иметь для боя несколько Морти. Используй Морти нужного типа. От этого может зависеть исход боя. Двигайся дальше, пока не найдешь Рик из этого измерения. И там будет все зашибись. То есть мне нельзя забрать их? Ах, а ты молодец. Иди, получи значок. Хочешь стать лучше, собирай значки, чтобы узнать все успехи. А что, нельзя забрать Морти? Отдай мне его Морти. Слышь, усатого Морти. У него же ножницы. А вдруг бумага будет? Так, Морти, настрой Мортипед на запись данных обо всех Морти, которые нам встретятся. Здесь также можно применять предметы, проверять сам состав Морти. Эти бои так помогают. Похоже, что сыворотка, которую мы раздобыли в последнем бою, оказывает на Морти исцеляющий эффект. Попробую действовать прямо сейчас. Используем. Так, предметы. Сыворотка. Применить. На вот этого, наверное, Морти, да? Сыворотка применяется. 8 ОЗ восполнились. Назад. О, вон он, вот этот вот Морти к нам приходил. Точнее, Рик. Снова ты. Я вылечил своих Морти, повысил их уровень. На этот раз ты проиграешь. А он, кстати, проиграл, да. Бросает тебе вызов, таинственный Рик. Ножницы. А у меня, получается, вперед. Эти ножницы. Замена. На ножницы бумага. Замена. Тоби Крандец. Неряха Морти. Атака. Нажми, удерживай атаку для... Так, точность сил 45. Ну ладно. 9. Потрясающе. Вражеский Морти с бодрящим котом используется пышный хвост. Его атака растет. Он не стал бить меня?
И восемь. Потрясающе. Пышный хвост. Он просто себе атаку увеличивает, главное. А сам не стукает. Ну что, специально сделано. Семь. Все. Ты повысил свой уровень своего Морти, ну, толку. Кроме того, Морти получает 16 очков опыта, ты побеждаешь таинственного Рика. Ты получаешь Мекалю, сыворотку, полтонический камень, и ты получаешь значок. Неужели снова? Я, как порядочный Рик из этого измерения, обязан отдать тебе этот значок. Все! Не забивай. Сейчас я открою портал, чтобы ты попал домой. Мне будет приятно это сделать. Какие вежливые Рики. Погнали! Где мы, Рик? Это не гараж. А нет, Морти, я знаю это место. Это стадель Риков. Мы в зале заседания советов Морти. Таинственный Рик нас подставил. Эти люди в игрушки не играют. Уходим отсюда, пока нас не заметили. Остановить его. Так. Рик, мы снова встретились. Забери у него портальную пушку. Тварь. Эй, это нечестно. Рик, нам донесли, что ты участвовал в боях Морти. Злодей не зарегистрирован в портальной пушке. Что я делал в своей Морти, в своей портальной пушке, это не ваше дело. Вот тут ты не прав, Рик. С недавних пор бои Морти стали повальным увлечением. Они должны быть регламентированы уважаемым советом. И мы решили, что только самый авторитетный тренер Морти может доверить портальную пушку. Выходит, я для вас второстепенный Рик. Я знаю, как тренировать своего Морти. Рик, мы должны убедиться, что ты способен играть по правилам. Придется заработать несколько значков в боях с другими риками. За каждого повернутого рика ты получишь значок. Когда наберешь нужное количество, можешь сразиться с нами и доказать, что ты достоин. Короче, понятно. Рик, когда выйдешь из этого зала, пройдешь в Юнит Стадель. Там есть портал для перехода в измерение, в котором разрешены бои Морти. Не так уж и плохо. Там будет возможность потренировать себя и посмотреть, на что ты способен. С Мортипедом мы будем непобедимы. Возвращайся, когда достанешь значки и будешь уважаемым. Морти, если тебе вдруг захочется испортить, вот самое время это сделать. Ну что, исцеляя своих Морти. Так, давай, предметы. Надо сначала, короче, сыворотку применить. И вот для этого, да, принять предмет, потому что у нас Морти в камень. Это экзотический, обычный экзотический, я так понял, что это вообще нормальненький такой. Морти. Сэншель. А кто это такой? Как только я пополню запас предметов, сразу вернусь на волю, чтобы собирать Морти. Настало время, Морти. Все дружно делаем, Морти. А, это, блядь. Так, нужно цитадели пойти, да? Так, нужно карту. Выиграть Морти. Ну-ка, посмотрим. Может, типа... Купонов-то у меня нету, конечно. Что я там выразил? Видите, там Морти несколько. Магазин Рика. Предметы. Сыворотка. Ну, шмекули. Вот как раз куда тратить шмекули. Панель Морти. Неряха. Сведения. Понятно. У нас есть, короче, некоторые Морти. Значки, трофеи. Ну ладно, это понятно. Задание его. Активные задания. У вас нет активных заданий. Нужно пойти в портал создания. Добавить. А. Вот эти тоже сыворотки, рецепты. Ладно, фиг с ними. Нужно куда-то пойти в портал. А, вот в портал. Точно, вот портал как раз.
Всякое дерьмо здесь есть. Вот что такое? Очень много всяких непонятных штук. Тоже, по-моему, купоны. А, ну это вот как раз магазин, который, в принципе, можно. А, портал. Давай попробуем. Пойти в портал Рик. Победи Рик этого измерения, получи еще один значок, необходим для боя с членом совета. Членом совета. Давай, смотри, сколько здесь. Опа-на. Привет, Рик, гуляешь по измерению? Хватит гулять. Я собираю победить тебя, отправить весь твой отряд в обратном Чичадель. Мягкие блоги бросать тебе. 21 экзотический. И, короче, на замену тоже на экзотического. На экзотического. А, ну у меня сейчас экзотический. А, это бумага. Обычная, почему бумага? Ну да. А у него что-то не написано, что? Что за фигня? Атака. Всплеск. Это мой экзотический, а у него бумага. А у меня камень. С камнем лучше не спорить. Что будешь делать? Атака. Уже меньше, смотри. Критический удар. Вражеский его атака прошла мимо. Атака, кстати, уменьшает с каждым разом. Нейтрализация. Атака. Братан, то без звездец. Нет, умер, да? Получает Шмекули и Плутонический камень. Отвали, Рик. Ты за все мне заплатишь, когда я исцелю своих Морти. Исцелю своих Морти. Сколько Морти-то? Предметы. Сыворотку применить. 20 очков. Ну да, наверное, так применить. А худо делать? А что делать-то? 11. О, кстати, а что плутонический камень? Ко всем атакам. Так, что это у нас? Чувак просто врезался в счет. А, мы не можем к нему подойти даже. О, студий Шмекури. Сыворотка. О, сколько. А туда, получается, мы не можем зайти, да? А, ну просто можно так вот выйти. Слушай, а того-то можно? Ну-ка, ты бросаешь Вигу дикому Морти. Морти, Морти. Ой, дикий Морти. Чем я ему тогда? 4 всего. Хочешь бежать из этого Бэкстера? Ой, дикого Морти вообще пошел он в жопу, блядь. Что-то дикий Морти вообще там. О! А Зона бокс бросает тебе вызов. Вперед, Морти. Так, у него камень, у этого Морти ничего нет. У нас атака вообще, кстати, что-то. Все меньше и меньше. Добавляет мышь применить. Ну-ка. Ко всем атакам. Укрепление. Посмотрим. Точность его растет. Атака. О, всплеск. А, это мне? А, теперь я тоже. 8. И давай посмотрим. Что за фигня? О, 12, 12. Типа 7. Ну, по мне. 7. У меня вода получается. Эпический, блядь. Так, у меня ударил.
Давай, смотри-ка, я сейчас еще раз ударю. Уху, два, замена. А давай-ка не замена. Так, предмет. Сыворотку использую, применить. Применить предмет. О, Морти у меня... Вот так, да, дикие Морти. И... Я думаю, я его добью. Критический удар. Ну, капец. Я, кстати, чуть не сдох. Воу, его уровень вырос до 6. Атака плюс. А мне не установилось. Что-нибудь. Шмекули. Сыворотка. Продолжить. Так, и у нас получается последний, да? Должен здесь последний. Вон он. Нифига себе. Кстати, кстати, кстати. Сыворотка-то, наверное, использовать надо. Где предмет? Сыворотку применить. И... Не, надо же как применить, когда я буду уже биться с ним. Потом применить. Соображаешь, да? Ну давай-ка посмотрим. Вот этот как раз цитадели. У меня плоская прическа. Но только сверху. По бокам у меня все зашибись. Ну давай. Нифига себе, вот эту Морти, блядь. Фу, от Морти ничего тут не осталось вообще. Атака. Плач. Ядовитый плеск. Морти отравлен. Наносит удар два раза. И защита падает. Нифига себе. Так, яда на этот предмет надо, значит, получается сыворотка применить. Применить предмет. Блин, два раза он бьет, смотри-ка. Он наносит два удара. Я даже не смогу ничего сделать. Атака. Может быть... Нифига себе. Наносит два удара, а я типа один еще сейчас? Морти подвигается урон. Морти истощен. Замена. Так, атака какая у него? Сам 6. Так, знаешь, предмет. Он что-то, кстати, это... Ядовитый всплеск. Три удара. Вот это Морти называется. Как его победить? Вообще, это Морти вообще можно победить. Он по три удара мне бьет каждый. Ты в отключке. Может быть, кстати, была такая тема, что мне нужно было. Я достал тебя в центр исцеления. С возвращением. Твои Морти сильные, готовы идти дальше. Ладно, ребят, в принципе, игрушка, ну, как бы на любителя. Если вам, конечно, понравилось, оставил ссылочку в описании. Ну, а на этом все. С вами был Шевиллер. До новых встреч. Пока.